Дорогі друзі, сьогодні, як завжди, вересень вважається на початком учбового року, хоч ми його вже почали ще в серпні, наш новий рік робочий, але у вересні нас чекає така цікава програма, яка присвячена Махабхараті. І дуже приємно, що Жанна наважилася цю тему опанувати. Якось ми сподіваємося і чекаємо на такі відкриття, тому що для нас це не є традиційна тема в нашому середовищі. Махабхарата не дуже популярна. Можливо, ми Бхагавадгіту, як теософи, читали, вивчали, а от в цілому цей епос, він для нас є не дуже знаним. Взагалі, це називається Махабхарата, це велика історія Бхаратів. І Бхарати – це, король чи цар, він є, очолює, можна сказати, якусь провінцію Індії. І це Махабхарата, це деякі вважають, що це історичний документ, і інші вважають, що це просто такий психологічний епос. Взагалі будь-який епос, будь-які епічні твори, які належать до священних текстів різних традицій, вони мають різні рівні трактовок, різні рівні осягнення. Цей текст не має загальноприйнятого датування, є лише вказівки на те, що найстаріші списки цього твору датуються 400-м роком до нашої ери. Нема вказівок більш докладних про дату його написання. І авторство цього твору теж приписується легендарному мудрецю В'ясі. Але теж, на жаль, історичних доказів цього теж немає. Впорядкований він вже у нашій ері, в 4 столітті нашої ери. І спочатку він був написаний такою мовою, яка називається пракріті. Потім він був переписаний санскритом. Ну і зараз він вже поширений різними мовами і є священним текстом індуїзму і джайнізму. Отже, дуже приємно передати слово нашому національному лектору України Жанні Борисівні Аброскіній. І ми з нетерпінням чекаємо її презентації. Вам слово, Жаночка, будь ласка. Большое спасибо, Светлана Васильевна, за ваше вступительное слово. Мне тоже было очень интересно некоторые вещи узнать, которые я не находила, мне не встречались. Спасибо вам большое еще раз. Друзья, я представляю сейчас вам на ваш суд серию небольших докладов об этом замечательном историческом эпосе Древней Индии Махабхарате. Если поискать в интернете, то очень много можно найти и статей, и роликов, и видео, и даже художественных фильмов, сериалы, которые Индия сама выпустила по этому древнему эпосу. То есть можно поискать очень много информации. Но я бы, возможно, никогда бы не обратилась бы в таком формате к Махабхарате, если бы не схожая ситуация, которая разворачивается сейчас на наших глазах. За окном у нас идет 22-й год, 21-го века.
раздумывая над этими событиями, у меня появилась вот такая вот мысль. А что, если эта современная война каким-то образом связана вот, и повторяет ту братоубийственную войну в Махабхарате? Есть ли между ними связь? То есть вот именно эти вопросы и подвели меня к тому, чтобы обратиться к Махабхарате именно вот с этой точки зрения. Мое желание, конечно, состоит в том, чтобы после прослушивания того, что я вам передам, что я вот накопала везде, после этой презентации мы могли бы с вами попробовать объединить наши мыслительные и познавательные усилия и попробовать узнать все-таки, есть ли параллель в этих двух войнах, в этих двух событиях. Вначале я вас познакомлю с исторической вот канвой и временем, в котором могло писаться или сохраняться сказание об этой битве, об этого эпоса. А потом представлю мнение нескольких авторитетов индийской мудрости, как современного времени, так и прошлого века, которые относительно тех знаний, которые мы с вами знаем, немножечко разнится их подход и их исчисление тех сроков наступления юг и той математики, которую они представляют через свои каналы, через свои потоки, своих учителей. Ну вот, в принципе, это то, что вот преамбула моего доклада, но, в принципе, как я понимаю, что даже мнение этих мудрецов тоже имеет право быть и существовать, так как в Индии к ним прислушиваются и считают их мнение достаточно весомым и правильным. Итак, я начинаю нашу вот презентацию. Вот первый слайд, которого я хочу с вами поделиться. Значит, очень много людей читало это произведение и знает о событиях, которые в нем написаны, но в каком мире жили тогда эти люди? Каков был жизненный уклад, какая норма была для древних индейцев, их быта? В первой части моего повествования я как раз и постараюсь описать мир тогдашней Индии. Крупнейшими памятниками древнеиндийской эпической поэзии являются Махабхарата, и это Великая война потомков Бхараты, и Рамаяна. С тех очень далеких времен, когда складывались эти писания, прошли уже очень много лет, многие века. Сменился не один общественный строй в Индии. Развивалась и становилась все более богатой сама индийская культура. Менялись ее общественные взгляды, вкусы. Но никогда эти поэмы Махабхарата и Рамаяна не утрачивали своей популярности у индийского народа. В течение всего периода, в котором складывалась конкретно Махабхарата, в ней отразились как общественные отношения, идеология, культурный уровень различных исторических эпох. В Махабхарате мы можем отследить данные о древнеиндийском обществе, его хозяйственной и общественной жизни, быте, культуре. Очень много в Махабхарате можно почерпнуть информации о том, как жили люди. Значительная часть этих данных относится к концу IV и середине первого тысячелетия до нашей эры. Об этом свидетельствуют следующие факты. В Махабхарате мы не видим ни одного свидетельства, что доказывало бы существование письменности. В ней показаны различные формы группового брака. В обществе были очень крепкие родовые связи. Имеются упоминания о человеческих жертвоприношениях. И пока момент написания Махабхараты, то есть период написания этого эпоса, рабовладение было очень слабо развито. К середине уже первого тысячелетия до нашей эры, то есть когда Махабхарата уже существовала, хотя еще она не была записана, и народы Индии прошли уже очень долгий путь развития к этому моменту. Приведу высказывание Елены Петровны
Блаватская из книги «Из пещер и дебри Индостана». Она писала, что ученые, изучающие древнюю философию Индии, убедились в том, что древние ученые намного опередили современных коллег. Современные ученые обнаружили, что свойства электричества были известны в Древней Индии с незапамятных времен. За много веков до рождения отца европейской медицины Гиппократа, его система, которой сегодня так гордится наша современная медицина, оказывается, была изложена древними индейцами Чарака и Шушрут. В Индии, пишет Елена Петровна, в храме Вишну хранится камень с вычислениями многотысячелетней давности Сури и Сидхенты. Вот перед вами огромный храм Вишну, который находится в Анхорвате. Эти вычисления свидетельствуют о том, что паровые двигатели работали в Индии задолго до начала западноевропейской цивилизации. Древние индейцы первые вычислили скорость света. Они же сформулировали законы его распространения за многие тысячи лет до рождения европейской науки. Даже знаменитая теорема Пифагора о свойстве квадрата гипотенузы находится также в древнейшей книге Джотиша. Отца тригонометрии также нужно искать в Индии. Здесь найдена рукопись, которая это доказывает. В индийских ведах, которым более 20 тысяч лет, современные исследователи обнаружили немало достижений современной науки, даже формулу атомной энергии, как ни странно. Археологические раскопки в долине реки Инд, в основном на территории нынешнего Пакистана, это вот в этой области, свидетельствует, что уже здесь, в третьем тысячелетии до нашей эры, существовала цветущая цивилизация, по уровню своего развития, не уступающая современной цивилизации Египта и Месопотамии. Ну вот вы видите, Мохенджо-Даро, вы все видели и Хараппа фотографии раскопок археологических, которые показывали уровень постройки и городов и всего того, что могло бы быть там. Сейчас вам покажу несколько фотографий, которые свидетельствуют о наличии развитой цивилизации времен эпохи Гандхары и Кушанского царства в Пакистане. Это третьи и первые века до нашей эры. Это петроглифы, которые обнаружили археологи в тех местах. Вот виманы здесь, вы видите, нарисованные виманы. Вот еще петроглиф. В конце второго тысячелетия, вот еще одна картинка, тоже вот показывает фрагменты храмов, которые вот сохранились до нашего времени, вот та культура и те зодчи, которые существовали в тот период. В конце уже второго и начале первого тысячелетия до нашей эры началось интенсивное освоение земель в долине Ганга. Вот вы видите реку Ганг. И вот в ее долине началось вот это интенсивное освоение. В это время индейцы уже знали железо. Это облегчило им вырубку лесов и освоение новых земель, постройку оросительных сооружений. Наряду с земледелием крупную роль играло скотоводство, особенно разведение крупного рогатого скота. Развивались ремесло и торговля. Все больше становилось городов. Наиболее крупными из городов тогдашней Индии были столицы государств, где жила большая часть рабовладельческой уже знати, и где сосредоточились основная масса ремесленников и купцов. Обращение в рабство военнопленных стало уже обычным явлением тогда. Иногда обнищавшие свободные продавали в рабство самих себя или своих детей. Ученые предполагают, что в середине первого тысячелетия до нашей эры существовало уже и долговое рабство, то есть дети рабынь также считались рабами. И труд рабов применялся главным образом в домашнем хозяйстве. А в Северной Индии того времени уже существовал сословный строй, нашедший выражение в системе варн или каст. Все население в рабовладельческих государствах, кроме рабов, делилась на четыре варны или касты – брахманов, кшатриев, вайшев и шудров. Высшей варной считалась варна брахманов.
Затем шли кшатрии, вайшьи, и самая низшая была варна шудра. Первые две варны считались дважды рожденными, так как члены их в детстве проходили обряд посвящения, то есть второго рождения. К варне брахманов относились знатные жреческие роды, к кшатриям – военная и служивая знать. Основная масса рядовых свободных составляла варну вайшьи. Шудрами были неполноправные, потерявшие связь со своей общиной и племенем, лишившиеся экономической самостоятельности. Права различных варн каст были абсолютно не одинаковыми. За преступление членом высшей варны против члена низшей полагалось наказание более мягкое, чем в обратном случае. Только брахманы могли быть жрецами, духовными наставниками. Они были также толкователями законов и обычаев. Только кшатрии могли занимать высшие должности в войсках и в государственном аппарате и быть царями. Вайши были земледельцами, ремесленниками и торговцами. Шудры в своем большинстве были слугами, подъемщиками. Первые две варны были освобождены от уплаты налогов. Браки между членами различных варн считались предосудительными. И принадлежность к той или иной варне определялась рождением. И переход из варны в варну, в принципе, вообще не допускался. Деление общества на варны считалось божественным установлением. И привилегированность одних и неравноправие других каст охранялось законом. И все системы варн имели железобетонную правовую защиту. Остальные племена, оттесненные в глухие горные и лесные районы, были вынуждены заниматься охотой, рыболовством, собирательством. А вот оседлые земледельческие племена, которые называли себя ариями, то есть благородными, считали их, вот этих вот рыболовов, собирателей, мечехами, то есть варварами. Для семейных отношений характерно господство патриархата. Жены и матери в семье находились почти на положении рабынь. Столь же бесправные перед лицом главы семьи были и их дети. Среди знати было распространено многоженство, а вот среди простого народа только единобрачие. Также и богов в Индии, мы знаем, что их огромное количество. Они олицетворяют различные силы и явления природы. Солнце, землю, воду, огонь, ветер, в общем, все-все-все в природе. Кроме того, у богов, как и у людей, так считали древние индейцы, есть пари, есть жрецы, слуги, судьи, командующие небесным воинством. Некоторые боги являются покровителями земледелия, скотоводства, охоты. Творцом всего существующего на земле считается бог Брахма. Царем богов часто называют бога грозы и бога-воителя Индру. Верховными божествами является бог Шива, олицетворяющий разрушительные силы природы, и Вишну, олицетворение вечной живой природы. Вот перед вами картинка аватаров Вишну, вот тех посланников, которые были на земле. С культом Вишну связано типичное индийское мессианство. По представлениям древних индийцев, и это сказано в самой Бхагавад-гите, каждый раз, когда людям угрожает какое-либо несчастье, или исчезает благочестие и воцаряется беззаконие, на земле в виде какого-либо живого существа появляется Вишну. Воплощение аватара Вишну на земле устраняет зло и способствует торжеству справедливости. Аватарами Вишну в Махабхарате является Кришна, и он же главный герой Рамаяны Рама. Суровые условия жизни того времени и постоянная зависимость от сил природы способствовали возникновению древних индейцев представления о том, что миром по своему произволу управляют боги. От них зависит, будет ли жара или холод, дождь или засуха, здоровье или болезнь человека, богатство или бедность, удача, неуспех в хозяйственных, в личных делах, на войне – все зависело от богов. Благосклонность богов необходимо было обеспечить жертвоприношениями, совершением различных обрядов, ритуальных действий. Храмов в то время также еще не было. Культовые действия совершались на лесных лужайках, берегах рек, особенно Ганги. С
Самым существенным в культовых действиях было жертвоприношение богам и предкам. Причем жертвоприношение считалось основой существования мира, так как от него зависит благополучие и богов, и людей. Если жертвоприношение совершено правильно, то даже боги не смогут противостоять его магической силе. Ритуал отличался значительной сложностью. Имелось профессиональное жречество, которое пользовалось большим влиянием. Брахманы были единственными знатоками ритуала. Они усиленно поддерживали у народа веру в свое сверхъестественное могущество, свою способность распоряжаться стихиями и правильным исполнением обрядов заставлять даже богов делать угодное себе. Это было время, когда господствовало суеверие, когда человек должен был считаться с многочисленными приметами, когда каждому его шагу в жизни сопутствовало выполнение различных магических действий для спасения себя, своих родных, от злых духов, а также от козни разных людей. Появлением добродетелей считалось уйти в преклонном возрасте в лесную глушь и окончить свою жизнь отшельником. Священным писанием уже были веды, сборники священных текстов, содержащие гимны богам, жертвенные формулы, магические заклинания, а также комментарии, религиозно-философские рассуждения. Они еще не были записаны до последней Махабхараты, а устно передавались из поколения в поколение. Язык их, ведийский санскрит, был уже мертвым языком, поэтому изучение священных текстов было очень сложным и требовало много времени. Им могли заниматься только люди, целиком себя посвятившие этому, и у которых была очень крепкая память, то есть брахманы. Первоначальный объем Махабхараты был в 8-10 раз меньше объема в окончательной его редакции. Махабхарата была записана в первые века нашей эры на языке, ставшем уже мертвым литературным санскрите. Махабхарата состоит из 18 книг, то есть парва. Каждая книга называется парва. По традиции в нее включается 19-я, Хариванша. Но книга эта совсем не связана с основным сюжетом поэмы. Общий объем 18 книг Махабхараты определяется примерно в 85 тысяч шлок двустиший. Каждая шлока состоит из 32 слогов. При переводе это составило примерно 7-8 тысяч печатных страниц обычного формата. Книги очень различны по своему объему. Если, например, 12-я книга в переводе составила немного более 1000 страниц, то 17-я книга менее 10 страниц. Различны они по характеру. 12-я, 13-я, например, в своей большей части и 3-я книга состоят из вставных эпизодов, а также искусственно включенных в Махабхарату богословских, правовых, политических и прочих трактатов. Другие книги содержат меньше этих отступлений и явных вставок практически тоже не содержит. Махабхарата классифицируется как итихас. В Индии делятся великие писания на три категории. Итихас, Пураны и Веды. Веды – это абстракция. Они полны абстрактных идей, научных теорий, объяснений, различных небесных явлений. Пураны – это истории, но не людей на нашей земле. А это история о других существах другого совершенно типа, не о людях. А вот итихас – это история о людях. Не только всеобщая история мира, но и конкретно каждого человека отдельно. Почему о каждом человеке отдельно нужно говорить? Потому что если мы просто читаем чью-то историю, то это интересный сюжет, и нам эта история мало что даст. Но если мы читаем историю, как будто мы и есть ее участники, то эта история уже моя, обо мне, о тебе. И это процесс уже нашего роста. Именно так учат индийские мудрецы читать такие исторические вещи, как Махабхарата. Основной сюжет Махабхараты – борьба за власть внутри царского рода Бхараты.
правившая в области по верхнему течению реки Джамны и Ганги. Вот верхнее течение Ганги, а это верхнее течение Джамны. То есть вот именно в этой области род Бхаратов начал свою войну. Враждующими сторонами в борьбе были двоюродные братья, принадлежащие к двум ветвям единого рода Бхаратов, Пандавов и Кауравов. Драматические события борьбы между ними завершились 18-дневной битвой, в которой приняли участие все народы, известные тогда индейцы. Это побоище закончилось победой Пандавов и истреблением Кауравов, но в битве погибли почти все воины, участвовавшие в ней. По информации древних источников, в этой войне погибло 1 миллиард 700 миллионов людей. То есть война двух родов – это война цивилизации, которая была истреблена в основной своей массе. И таких махабхарат было уже много. Они начинались перед сменой каждой эпохи. Эти события являются историческим фактом и в настоящее время уже никем не оспариваются. Индийская традиция относит их к самой глубокой древности, к концу 4-го тысячелетия, к середине 2-го тысячелетия до нашей эры. История Махабхараты произошла чуть больше 5000 лет назад, в 3140 году до нашей эры. Война была закончена. В 3102 году до нашей эры Кришна оставил свое тело, и через 3-4 месяца началась Кали-юга. Устные предания о братоубийственной войне Пандавов и Кауравов стали рассказывать уже вскоре после того, как война окончилась. Ко времени оформления этих преданий, предположительно 2-1 века до нашей эры, в них вместе с людьми появляются уже боги и демоны. А люди наделены необычными свойствами, они способны совершать сверхъестественные подвиги, переноситься с земли на небо, в одно мгновение покрывать огромные расстояния, общаются с небожителями, а многие из героев оказываются божественного происхождения и даже воплощениями самих богов. Махабхарата вообще-то это не о хорошем или о плохом, и это не о правильном или неправильном. Чтобы понять Махабхарату, нужно действительно встать на место какого-то героя и прожить его жизнь. И тогда мы поймем, что Махабхарат – это о познании человеческого существа. В Махабхарате описывается очень много историй. Мы видим много разных людей. По преданию, первая версия Махабхараты была записана самим Ганепади, то есть Ганешей, и имела 100 тысяч строф. Когда Вьяса хотел рассказать эту историю, он не мог никого найти. Он искал того, кто мог бы это записать. И не смог никого найти лучшего, чем самого Ганепади, то есть Ганеша. По преданию, разговор между ними был таков. Ганепади ему сказал, что как только я начну писать, ты не должен делать паузы ни на секунду. Если я пишу слово, то следующее слово должно уже вылетать из твоего рта. Если ты будешь колебаться, то я все брошу и забудем об этом. Ты должен рассказывать историю таким образом, что у меня никогда не было паузы. Тогда Вьяса сказал, ну хорошо, потому что эта история не моя выдумка, эта история живет во мне. Так они и договорились и начали записывать Махабхарату. И Вьяса поведал эту историю, эти 100 тысяч строф, описывающих несколько тысяч персонажей. Эти персонажи описаны в каждой от рождения и до смерти. Все аспекты их жизни, их детство, их свадьбы, их аскетизм, их саданы, их победы, их поражения, радость, горести, смерти. Для большинства из них даже их прошлое и будущее жизни. Все записано очень подробно. История Махабхараты – это мощный духовный процесс, который надо прожить так, как если бы мы сами стали свидетелями и участниками этих событий. В Махабхарате описаны три стадии огней и три типа людей этим стадиям соответствующие.
Первая стадия – это первый огонь Джетарагни. Это огонь солнца, огонь жизни, благодаря которому есть жизнь на земле. Это также огонь нашего желудка и огонь паховой области, нижних двух чакр. Если Джетарагни горит, и если с желудком все в порядке, тогда загорается огонь в области паха и появляется желание продолжения рода. Джетарагни есть абсолютно у всех людей на планете. Но этот огонь можно трансформировать. И он превратится в читагни. Интеллект станет острым, потеряется интерес к сексуальности и еде. Читагни человек становится интеллектуально активным. Интеллект как огонь. Скорость мысли увеличивается, и такое излучение освещает пространство вокруг такого человека. Ну и этот огонь можно трансформировать в Буд-агни. Буд-агни – это огонь стихии в действии. Если Буд-агни не горит, человек не способен управлять стихиями. Буд-агни – огонь стихии, он холодный, но он также горяч, как само солнце. Это холодный огонь, у него совсем другая природа. Если познать огонь стихии и Буд-агни, сам огонь Буд-агни, то человек получает управление над всем жизненным процессом. Он может выбирать, когда родиться, когда умирать, как жить, где жить, с кем жить. То есть у него будет полная власть над жизнью. В Махабхарате показаны люди всех трех огней. Люди с огромным огнем Джетарагни, вот Бхима, все время хотят есть, обладать, воевать, порабощать. Огромные Джетарагни и люди большие. Другие люди с феноменальным читагни. Их интеллект таков, что они способны видеть такие вещи, которые никто не способен видеть в данный момент. Они видят вещи, которые увидят люди лишь через 1000 лет. Они это видят, потому что горит у них читагни. Также есть люди с Буд-агни. У них полный контроль над жизнью. Где родиться, как жить, как умирать. И сам выбор рождения и смерти находится у них в руках. Все три типа играют свою роль в истории Махабхараты. Сам Кришна использует эти три аспекта, три огня. Когда ему надо быть Джетарагни, он на 100% Джетарагни. Он ест, сражается и любит так, как никто другой. Когда он хочет быть читагни, он также на 100% таков. Видит вещи, которые никто не может это видеть. Когда ему нужен Буд-агни, он также горит максимально. Он свободно играет со всеми тремя аспектами. В первой книге Махабхараты Адипарва говорится о том, как появился род Бхарата. Произошло это через несколько столетий после царствования царя Куру, его 7-м поколении. Перед вами владение царя Куру. Вот в этой области этот царь владел вот всеми этими землями. В 6-м поколении рода Куру родился будущий царь Шантану. Вот этот, на индийских фресках, этот царь Шантану, который впоследствии от богини Ганги имел сына Бхишму, который, будучи уже взрослым, отказался от царского трона. Об этом очень хорошо рассказывают первые две серии индийского сериала «Махабхарата», очень подробно рассказывают. Когда богиня Ганга покинула Шантану, он женился на красивой рыбачке Сатьявати, с которой у него было двое сыновей. Один сын погиб в бою, а другой стал править вместе с Бхишмой царством. Для него Бхишма украл двух сестер-принцесс Амбику и Амбалику. Но вскоре и этот сын умер. Тогда первую брачную ночь Амбика закрыла глаза, чтобы не видеть уродство Вьясы. И у нее родился слепой ребенок Тритарашта. Вот он. Другая сестра Амбалика
побледнела, увидев уродство Вьясы, у нее родился второй ребенок, следующий ребенок Панду. Панду означает бледный. Сативати понимала, что царь не может быть слепым, и настаивала на рождении второго ребенка, но Амбика больше не хотела этих отношений и подложила под Вьясу рабыню из касты Шудр. От нее родился сын и был назван Видурой. И Вьяса предрек ему славу на весь мир своим благочестием и мудростью. Царевичи подросли, воспитанные Бхишмой, но Кхритарашта не мог стать царем из-за слепоты. Видура также не мог стать царем из-за смешанной касты. И только Панду стал царем. Дхритарашта женился на добродетельной Гандхаре из страны Гандхары. В знак солидарности с мужем она надела повязку на свои глаза. У них родились 100 сыновей и одна дочь. Но главными героями этой семьи стали старшие сыновья Дурьотхана и Дуксашана. Вот перед вами Дурьотхана. Все сыновья Дхритарашты Махабхарати называются Кауравами, потомками царя Куру. Панду имел двух жен. Старшая Кунти, сестра царя Ядавов, и младшая жена Мадри. При рождении Кунти назвали Притхой, и по данному ее отцом обету царю Ядавов Шура отдал девочку своему бездетному кузену, царю Кунтибходжи. По имени приемного отца царевна стала называться Кунти. Кунти сохраняла в тайне добрачную связь с богом Сурьей и вышла замуж за могучего царя Кауравов Панду. Некоторое время спустя царь убил брахмана в образе оленя, и тот перед смертью наложил на Панду проклятие, согласно которому тот погибнет от попытки интимной связи с женщиной. Страх смерти от связи женщины создал для царя препятствие для продолжения его рода. Для появления наследников Панду Кунти использовала одно заклинание, которое давало ей право вызывать любого из богов и принуждать их исполнить любое ее желание. Еще до замужества она уже прибегала к этому заклинанию и вызывала бога солнца Сурью, от которого у нее родился первый сын Карна, и которого она отправила по реке Ганг в корзине сразу после рождения. Чем-то напоминает библейский сюжет. Когда Кунти узнала о проклятии мужа, то рассказала ему, что у нее есть волшебная мантра, которая позволяет призвать любое божество и родить от него ребенка. Это что-то вроде непорочного зачатия. Божество просто оставляет в ней свою энергию, которая становится ребенком, без какого-либо контакта. И тем самым такие дети являются полубогами, в которых есть сила своих божественных родителей. Первого она призвала бога справедливости Дхарму, от которого родился сын Юдхиштхира. Вот он. Потом бога ветра Ваю, от него родился Бхима. Следующего она призвала Индру, царя богов, и от него родился Арджуна. Также она передала это заклинание второй жене Панду Мадри, которая родила Ашвинов, близнецов, Накулу и Сахудеву. Рождение подобным образом у древних индийцев не вызывало никаких сомнений в правах и наследовании царских тронов. Эти пятеро сыновей Панду также были наследниками царя Куру, но в Махабхарате они названы Пандавами, а сыновья Дхритарашты – Кауравами. Ну, вот так, собственно, и появились братья Кауравы и Пандавы. Дальнейшие события, конечно, можно и прочитать, или посмотреть еще раз замечательный индийский сериал. Но нет смысла пересказывать мне картину, которая заслуживает самостоятельного просмотра. В традиции королевской родословной в этой стране, в Индии, даже сегодня есть представители династии Сурья-Вамши и Чандра-Вамши. Потомки Солнца и потомки Луны. Это два типа людей, кардинально отличающиеся друг от друга. Люди Солнца – завоеватели, четкое разделение на черное и белое. Люди Чандравамши очень эмоциональны, артистичны,
но крайне ненадежные. И маленький вопрос к аудитории. Кто из братьев принадлежит к династии Солнца, а кто к династии Луны? Ну, я имею в виду Кауравов и Пандавов, братьев. Ну, в общем, на этом я эту часть своего выступления заканчиваю, потому что следующая часть, она больше вот связана с математикой, с расчетами. И вот эту часть я представлю вам на следующей нашей встрече. А сейчас вот я на этом заканчиваю свою короткую презентацию по Махабхарате, о том, какое время было во время написания этого эпоса и как люди жили.